Из года в год юные и взрослые таганрожцы с удовольствием приходят на открытие главной городской елки в наш любимый парк. Кульминацией праздника стал приезд Деда Мороза и Снегурочки на сказочных санях. В его честь похлопаем! В его честь потопаем! Символ Нового года, украшенную гирляндами елку, зажгли главные зимние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Им помогали гости праздника – тигрята, зайчики, разные сказочные персонажи и, конечно, таганрожская лисица. Третий раз самый громкий Дедушка Мороз кричим! Дед! Каждому из нас из этого года взять самое лучшее, самое счастливое, самое запоминающееся. Именно с этим войти в новый 2016 год. По восточному календарю это год обезьяны. А это существо доброе, очень щедрое, очень активное и энергичное. И поэтому я хочу пожелать всем нам, каждой таганрогской семье, каждому таганрожцу, чтобы наша активность и наша энергия были направлены только на самое лучшее, во благо нашей страны, нашего любимого города, каждой семьи города и каждого из нас. С наступающим 2016 годом! Всех жителей города в эти дни ждут в городских клубах, муниципальном театре, в Таганрожском музее-заповеднике, в Чеховской библиотеке. Состоятся благотворительные новогодние представления, спектакли и концерты для детей и взрослых.